большую Mountain Dew? Диетическую. Оглох, что ли? Всего с вас $9.30. Чё сказал? Ой, нет-нет, ей за счет заведения. Ты ее не узнал? Скажи ему, Тони. Глянь на стену, сынок. Да, глянь на стену, сынок. Она была звездой Олимпиады 2004. Детка, я знаю, что ты опять меня обокрала. Это было очень давно. Денег больше не дам. Денег мне не даешь, да еще и воровать запрещаешь. Ах ты, деспот проклятый! Может, пойдешь работать в спортзал? Я не тренер, я звезда. Я была в танцах со звездами, а не в танцах с тренерами. Но случилось так, что сейчас судьба гимнастики страны в ее руках. Очуметь, Хоуп Энн Грегори, я мечтала с вами познакомиться. Может, обменяемся телефонами? Будем переписываться или перезваниваться? Что тебя делает чемпионка в первую очередь? Тело. Выносливость. Может, моральный настрой? Твой разум. Ну я же так и сказала. Цыц. Слушай сюда, мутный. Я пилот, а ты... Второй пилот. Скорее, стюардесса. Ну и ну. Хоуп Энн Грегори. Если позволите Хоуп тренировать Мэгги, можете попрощаться с карьерой дочери. Я взял золото и серебро, а всех волнует только твоя бронза. Так то мужская гимнастика. Брось, кому она вообще сдалась? Весной. Ложись на мат и хватит лыбиться. Будем молиться? Так здорово, возьмемся за руки. Фу, отвали, ты тоже мутный. Тебе тут ничего не светит. Каждому из нас... О, публика вас обожает. Нужна надежда. А это правда, что ты грудь заматывала? Кто сказал? Девка из обувного? Нет, нет. Девка из бара? Нет. Дэн из столовки? Нет. Стейси из кафешки? Боже, нет, все, хватит. Бронза. Я буду под Чайковского выступать. Тренер говорил, что это классика. Тоже можно про небритую пилотку сказать, но менее жуткой она не станет.